Всем привет! Хотел немножко уточнить ситуацию по моторам 9,8, 9,9 лошадиных сил Парсун, двухтактники и четырехтактные модели. Некоторые спрашивают, в чем их кардинальное отличие, почему они разного веса. Давайте разберемся вместе в нашем кратком обзоре. Двухтактный мотор Парсун 9,9, и мы видим на ценнике характеристики точно такие же, как у 15-сильной модели. Объем рабочий 246 кубиков и масса 36 килограммов. Именно этот мотор с маркировкой 9,9 является 15-сильным мотором. Двухтактный 15-сильный мотор. А для того, чтобы вам не приходилось регистрировать вашу надувную или алюминиевую или пластиковую лодку с таким мотором, вес мотора вместе с лодкой не должен превышать 200 килограммов. Тогда мотор с мощностью 10 лошадиных сил, до 10 лошадиных сил по документам, вам не придется регистрировать. Это удобно. В реальности вы получаете 15-сильный двигатель. Если вам нужен настоящий мотор с мощностью до 10 лошадиных сил, то вам необходимо выбрать двигатель, который будет с маркировкой Т9,8, то есть двухтактный 9,8. Именно этот мотор будет меньше весить, его вес 26 килограммов и рабочий объем 169 кубических сантиметров. Обратите внимание, что выбор мотора должен соответствовать допускам по лодке. В каждой лодке есть характеристики, которые допускают максимальный мотор по мощности. Это зависит для нагрузки на транец, чтобы у вас не было разрушения транса и чтобы лодка не перевернулась, например, при маневрировании. Слишком тяжелый, слишком мощный мотор могут нарушить равновесие, либо начать разрушение транса. Поэтому здесь вариант «больше лучше» не подходит. И давайте посмотрим на мотор, который называется четырехтактный 9,9 Pro. Рядом с ним находится 20-сильный мотор. И, обращая внимание на характеристики моторов, мы видим, что 9,9 Pro 362 кубика объем рабочий и 52,7 вес. Переходим к 20-сильному, мы видим те же самые характеристики. Здесь нет никакой ошибки. Действительно, мотор 9,9 Pro Parsun при снятии металлического блокиратора, который находится под крышкой и ограничивает максимальную мощность мотора, этот мотор при снятии этого блокиратора превращается в 20-сильный мотор. По сути, это одинаковые моторы с 20-сильным, но тем не менее, опять-таки, при массе лодки с мотором до 200 килограммов такой мотор не будет требовать прав и регистрации в ГИМСе. И если вам нужен обычный 10-сильный четырехтактный мотор, то для этого выбираете модель F9,8 BMC, румпельный четырехтактный мотор, который будет меньше весить, по весу он будет 38 килограммов и рабочий объем 209 кубических сантиметров. Это и есть обычный 10-сильный мотор.